Добрый день! Вы на канале Хобби МК. И сегодня мы свяжем с вами вот такую вот рыбку-клоуна. Это популярный персонаж мультфильма «Рыбка Немо». И такие рыбки любят жить в коралловых рифах. Я вязала такую рыбку из ниточек Yarnart Jeans. Мне понадобился оранжевый, белый и черный цвет. Крючок я использовала 1,75 мм. При вязании я делала смену цвета, но смена цвета была порядная. Все изгибы у меня сформированы благодаря изменению величины столбиков. Итак, приступаем к нашему мастер-классу. Берем оранжевую пряжу, набрасываем на пальцы кольцо амигуруми, фиксируем колечко воздушной петелькой. Я немножко приближу, чтобы вам было виднее. И внутрь кольца провязываем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстия. Вязать мы будем с соблюдением рядов. То есть в конце каждого ряда мы делаем соединительную петельку в первый столбик ряда. Второй ряд провязываем по схеме. Воздушная петелька на подъем. В основании воздушной петли провязываем столбик без накида. В следующую петельку 3 столбика без накида в одну петлю. Дальше 2 столбика без накида. Снова 3 столбика без накида в одну петлю. Еще один столбик без накида. И нам осталось пропустить столбик без накида, воздушную петельку и в первую петлю ряда провязать соединительную петельку. Вот так. У нас по кругу 10 столбиков. Поднимаемся на третий ряд воздушной петелькой. Начиная с основания воздушной петли 2 столбика без накида. 3 столбика без накида в одну петлю. 4 столбика без накида. Три столбика без накида в одну петлю. Два столбика без накида. Пропускаем столбик без накида, воздушную петельку и делаем соединительную петлю в первый столбик ряда. У нас по кругу 14 столбиков. Поднимаемся на четвертый ряд воздушной петелькой, начиная с основания воздушной петли. Сюда же провязываем 1, 2, 3 столбика без накида. Дальше делаем 3 столбика без накида в одну петлю. 6 столбиков без накида подряд. Три столбика без накида в одну петлю. Три столбика без накида подряд. Пропускаем столбик без накида в воздушную петельку и делаем соединительный столбик в первый столбик ряда. У нас по кругу 18 столбиков. Поднимаемся на пятый ряд воздушной петелькой, провязываем подряд 18 столбиков без накида. Пропускаем столбик без накида, воздушную петельку и делаем соединительную петлю в первый столбик ряда. Дальше вяжем оранжевой пряжей. Я цепляю ограничитель, беру белую пряжу присоединяю ее за заднюю кромку петли, в которую мы делали соединительную петельку, присоединяю на воздушную петлю.
провязываю за ту же петельку, но за обе кромки, 4 столбика без накида, 2 прибавки подряд. Шесть столбиков без накида, 2 прибавки подряд. Четыре столбика без накида. И делаем соединительную петельку в первую петлю ряда. Поднимаемся на седьмой ряд воздушной петелькой и провязываем 22 столбика без накида по кругу. Пропускаем столбик без накида, воздушную петлю и делаем соединительную петельку в первый столбик ряда. Я вытягиваю петельку, цепляю на нее ограничитель и возвращаюсь к оранжевому цвету. Присоединяю оранжевую ниточку воздушной петелькой за заднюю кромку петли, к которой мы делали соединительную петлю. Вот так. Восьмой и девятый ряд провязываем абсолютно одинаково. Делаем накид. И начиная с той же петельки, куда мы присоединяли петлю, но уже за обе кромки, провязываем первый полустолбик с накидом. Вяжем второй полустолбик, третий, четвертый. Дальше 3 столбика без накида. Восемь полустолбиков с накидом. 3 столбика без накида и 4 полустолбика с одним накидом. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Я пропускаю столбик без накида, воздушную петлю, и вот они мои две стеночки первого полустолбика с накидом. Напоминаю, девятый ряд абсолютно такой же. Воздушная петелька на подъем, 4 полустолбика с накидом, 3 столбика без накида, 8 полустолбиков с накидом, 3 столбика без накида и 4 полустолбика с одним накидом. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. 10-й. 11 и 12 ряд также вяжутся одинаково. Поднимаемся на следующий ряд воздушной петелькой, провязываем 3 полустолбика с накидом, 5 столбиков без накида. Шесть полустолбиков с накидом, 5 столбиков без накида. Три полустолбика
с накидом. Соединительная петелька в первый столбик ряда. Повторяем еще два раза. Провязан 12 ряд. Я вытягиваю петельку. Там у нас внутри был ограничитель. Я его переставляю сюда на оранжевую пряжу. И подхватываю белую петельку. Вот она у нас была на ограничителе. Чуть-чуть вытягиваю. Ровно настолько, чтобы у нас не стягивалось вязание. Так. Есть. Присоединяю белую петельку вот сюда, к задней стенке петли, к которой мы делали последнюю соединительную петельку. Проверяю, чтобы не было утягивания. Я просто не люблю обрывать ниточки лишний раз, поэтому вот так заморачиваюсь. 13 и 14 ряд провязываем одинаково. Делаем 3 столбика без накида. Пять полустолбиков с накидом. Шесть столбиков без накида. Пять полустолбиков с накидом. Три столбика без накида. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Я пропускаю столбик без накида, воздушную петельку, и вот наш первый столбик. Поднимаемся на 14 ряд воздушной петелькой и повторяем все то же самое. Перебрасываем ограничитель на белую ниточку. Оранжевую ниточку нужно подтянуть. Делаем соединительный столбик за заднюю кромку петли. Хорошенечко подтягиваем. Пятнадцатый ряд провязываем по схеме. Убавка 9 столбиков без накида. Убавки провязываем за передние кромки петель. Повторяем эту комбинацию 2 раза. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Поднимаемся на 16 ряд воздушной петелькой. Провязываем убавка 8 столбиков без накида. Повторяем эту комбинацию 2 раза, и в конце ряда останется 18 столбиков. Поднимаемся на 17 ряд воздушной петелькой. Я вяжу не в основании, а вот здесь рядышком. Провязываем убавку 7 столбиков без накида. Повторяем комбинацию 2 раза, и в конце ряда остается 16 столбиков. Пропускаем воздушную петельку на подъем и делаем соединительную петлю в первый столбик ряда. Поднимаемся на 18 ряд воздушной петелькой. Провязываем убавку, 6 столбиков без накида, и еще раз убавка, 6 столбиков без накида. В конце ряда останется 14 столбиков. Соединительная петелька в первый столбик ряда. В конце ряда останется 14 столбиков. Поднимаемся на 19 ряд воздушной петелькой, провязываем
убавку 5 столбиков без накида и еще раз убавку 5 столбиков без накида. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. У нас по кругу 12 столбиков. Теперь нам нужно перейти на белый цвет. Присоединяем белую петельку за заднюю кромку петли. Проверяем, чтобы ничего не стягивалось, и делаем воздушную петельку на подъем. Белой пряжей провязываем убавка 4 столбика без накида и еще раз убавка 4 столбика без накида. По кругу получится 10 столбиков. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Двадцать первый ряд представляет собой просто 10 столбиков без накида. Не забудьте подняться на новый ряд воздушной петелькой. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Я вытягиваю петлю и обрезаю ниточку. Белую ниточку убираем в сторонку. Вот что у меня сейчас получилось. И я остановлюсь для того, чтобы набить нашу рыбку синтепоном. Дальше вяжем оранжевой пряжей. Я складываю рыбку пополам. Ввожу крючок в первую петельку по ходу вязания и в последнюю петлю в обратном направлении. Вот что у меня получилось, и провязываю объединяющий столбик без накида. Следующий объединяющий столбик, попарно объединяя все кромки петель и ввязывая хвостик. 3, 4, 5. 23 ряд провязываем по схеме, делаем воздушную петельку на подъем, поворачиваем нашу рыбку, провязываем за передние кромки петель, делаем прибавку, 3 столбика без накида, прибавка. Поворачиваем вязание и по свободным кромкам петель, смотрим внимательно, вот она наша пятая кромочка, точно так же провязываем прибавку, 3 столбика без накида, прибавку. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Поднимаемся на 24 ряд воздушной петелькой и провязываем столбик без накида, в следующую петлю полустолбик с накидом, следующий столбик с одним накидом. Дальше прибавка столбиками с двумя накидами. Столбик с накидом. Полустолбик с накидом. И столбик без накида. Поворачиваем вязание и продолжаем вязать этот круг, повторяя все то же самое. Столбик без накида. Полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, прибавка столбиками с двумя накидами,
столбик с одним накидом, полустолбик с накидом и столбик без накида. Завершаем вязание соединительной петелькой в первый столбик ряда. Вытягиваем петельку. Я обрезаю ниточку. Эту ниточку я сейчас буду ввязывать или просто вот так запрячу в хвостик. Вот что у меня сейчас получилось. Берем черную пряжу, складываем хвостик вдвое. Сейчас очень важно правильно подхватить нужные петельки. Первая петля и последняя петля предыдущего ряда. Присоединяю ниточку на воздушную петлю и сюда же, ввязывая хвостик, я провязываю столбик без накида, объединяющий обе стороны. Дальше полустолбик с одним накидом, 5 прибавок объединяющими полустолбиками с одним накидом, 1 столбик с одним накидом и столбик без накида. Вытягиваем ниточку и прячем хвостик нити. Смотрите, у меня здесь такое место интересное. Я спрячу кончик нити так, чтобы как раз вот эту пустоту этой ниточкой замаскировать. Отлично получилось, все замаскировалось. Так. Дальше переходим к плавничкам. Возвращаемся к оранжевой пряже. И сейчас очень интересный момент. Смотрим на нашу рыбку. Это у нас будет верх, это низ. Мы начинаем от границы второй полосы по направлению к голове набирать по телу рыбки. Ввожу крючок вот так и подхватываю рабочую ниточку. Теперь ввожу крючок туда, откуда мы его выводили, и вывожу на ряд ниже и протягиваю ниточку. У нас получился вот такой стежочек. Снова туда же, откуда выходит пряжа, и на ряд ниже, это второй стежок, третий стежок и четвертый стежок. Вот что у меня получилось. Дальше набираем, поворачиваем вязание, набираем 3 воздушные петельки и по набранным петлям провязываем столбик с накидом, прибавку столбиками с накидом, и еще одну прибавку столбиками с накидом. Я вытягиваю петельку. И обрезаю ниточку. Хвостики по возможности прячем вглубь игрушки. Этот хвостик будет у нас ввязан. У меня тут чуть-чуть выскочила набивка. Я ее аккуратненько подрезаю и углубляю внутрь.
Теперь делаем следующий плавничок. От границы третьей белой полосы набираем 5 петелек. Дальше поднимаемся тремя воздушными петельками, поворачиваем вязание и за провязанные петли провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3. 4, 5. Дальше от второй полосы по направлению к хвостику набираем 5 петель. Дальше делаем 3 воздушные петельки на подъем, поворачиваем вязание. Я прокладываю хвостик вдоль вязания и связыванием хвостика провязываю 4 столбика с накидом и полустолбик с одним накидом. Делаю воздушную петельку, вытягиваю ее, обрезаю ниточку. Этот кончик ввязался. Берем черную пряжу, присоединяем вот здесь, в основании. Делаем 2 воздушные петельки на подъем и провязываем по столбику без накида. На каждый столбик предыдущего ряда. Один, два. 3 воздушные петельки. Я обрежу ниточки подлиннее, сантиметров 50. Вот так вытяну ее. Вот этот кончик я прячу под столбики. Подхватываем ниточку и выводим ее вот сюда, к
следующему плавничку. Здесь вытягиваем петельку. Точно так же делаем 3 воздушные петли на подъем. И по столбику без накида на каждый столбик предыдущего ряда. Хвостик прокладываем вдоль вязания. Делаем 3 воздушные петельки. И протягиваем ниточку к следующему плавничку. У основания вытягиваем петельку. Делаем 3 воздушные петли на подъем. И снова прокладываем ниточку вдоль вязания. Провязываем по столбику без накида на каждый столбик предыдущего ряда. Делаем 3 воздушные петельки. Вот что сейчас у меня получилось. Теперь вяжем вот этот двойной плавничок. Оставляем хвостик 5-10 сантиметров. Набираем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Все вяжем в первую петлю цепочки. Полустолбик с двумя накидами. Столбик с двумя накидами. Еще один полустолбик с двумя накидами. 3 воздушные петли и соединительный столбик туда же. Это первая часть плавничка. Снова 3 воздушные петельки. Полустолбик с двумя накидами. Столбик с двумя накидами. Полустолбик с двумя накидами, 3 воздушные петельки и соединительный столбик туда же. Обрезаю ниточку, оставив хвостик 5-10 сантиметров. Вот что у меня получилось. И теперь нам нужно провязать окантовочку черной пряжей. Смотрите, я здесь считаю 1, 2, 3 и вот в четвертую петельку ввожу крючок, присоединяю ниточку на воздушную петлю и отсюда же провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вытягиваю ниточку, обрезаю ее. Первую ниточку я ввязала, вторую ниточку мы вставляем вот так, прячем под столбики. Повторяем для другой стороны, отсчитываем 1, 2, 3, 4, вводим сюда же крючочек, присоединяем на воздушную петельку. Провязываем 5 столбиков без накида. Вытягиваем петельку. Обрезаем ее. Этот хвостик у нас ввязался достаточно. Эти хвостики прячем. Потом присоединяем вот так эти плавнички. Так, чтобы была лицевая сторона обвязки к брюшку, я просто его привязываю через один ряд, вот так. И нам осталось связать последний грудной плавничок. Берем оранжевую пряжу, оставляем хвостик 5-10 сантиметров для привязывания, набираем 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5.
Все вяжем в первую петлю цепочки. Делаем столбик с тремя накидами. Полустолбик с четырьмя накидами. Столбик с четырьмя накидами. Полустолбик с четырьмя накидами. Столбик с тремя накидами. Четыре воздушные петельки и соединительная петля туда же, в основании нашего плавничка. Обрезаю ниточку, оставив кончик 5-10 сантиметров. Вот что у меня получилось. И теперь нам сделать нужно черную обвязку. Обвязка будет состоять из 5 столбиков без накида, то есть мы ее провязываем над каждым столбиком с накидом. Воздушные петельки мы не подхватываем. Я в первый же столбик присоединяю ниточку на воздушную петельку и, начиная оттуда же с прокладыванием хвостика, связыванием хвостика, провязываю 5 столбиков без накида. Вытягиваю ниточку. И прячем хвостик под столбики. Дальше привязываем вот этот плавничок. Вот у нас выступающая часть белой полоски. И делаем, отступаем на ряд в сторону и ряд ниже. Вот таким образом пришиваем этот плавничок. Вот здесь на ряд выше от прибавок и на ряд в сторону ближе к носику пришиваем глазик с небольшой утяжкой. Вышиваем черные ограничительные полоски по границе цвета, полностью по периметру. У меня каждый стежок равняется ширине одного столбика без накида. Вот такие две рыбки у меня получились. Если вам понравился этот мастер-класс, не забудьте поставить лайк и проверить, оформлена ли у вас подписка на мой канал. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!